И сегодня я хотел поговорить к вам на такую тему про одного ютубера, как Унфуз. Он, короче, тоже снимает видео. Его 3000 подписчиков. Он, короче, пошел на тренировку. Его просили друзья не играть в футбол, потому что у него проблемы с сердцем. А он их не послушал и сыграл в футбол. И его скорая забрала. Он пока ехал в скорой, он по дороге в больницу умер. Называется его канал Унфуз. Кто хочет, заходите, царство ему небесное. Мне очень жалко, что такой ютубер умер. Прям не верится, 16 октября у него были похороны, то есть 2 дня назад у него были похороны. Мне очень его жалко. Я сам даже офигел, как он мог умереть. Зачем он пошел вообще играть в этот тупой футбол?